Я Анастасия Крылова и студия ТВ Шанс продолжаем вас знакомить с участниками вокального конкурса «Момент славы». Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Майстренко Елизавета. В качестве кого вы сегодня участвовали? В качестве модели. Чью коллекцию вы представляли? Нашей любимой Барби куклы. Вы впервые представляете коллекцию и участвуете в качестве модели? Или еще до этого у вас были какие-то роли? В качестве модели я не первый раз участвую, а вот именно в этом показе впервые. То есть модельный бизнес – это для вас какое-то направление профессиональное или это хобби? Хобби, скорее. Это хобби. А чем вы в основном занимаетесь? Я работаю ландшафтным дизайнером, танцую, стихи. То есть, в принципе, вы творческая личность? Да, абсолютно. А связать все-таки свою жизнь с модельной жизнью? Это моя мечта просто. Да. А как вы вообще попали в качестве участника на сегодняшний конкурс? Я написала нашему арт-директору, и она меня пригласила. Еще бы хотели участвовать? Конечно, конечно, хотела. А платье приобрели? Как вам вообще коллекция создательницы бренда? Ну, это для принцесс, скорее. Но вы же себя относите к принцессам? Ну, мы все принцессы. Все принцессы. Спасибо, я желаю вам удачи в начале, в продвижении вашего модельного творческого проекта. И всего вам хорошего.